Здравствуйте! Сегодня у нас такая походная распаковка наушников супер-мега новинки, которая только-только появилась. Marshall Motive ANC. Все на английском языке, на французском и еще каких-то языках. Чего-то есть на нашем родном языке. Ну и в общем открываем. Я уже говорил, что распаковка походная, поэтому нож у нас соответствующий. Оп. Смотрите, какой супер кейс. Прошу. Очень маленькие, на мой вкус. Это очень хорошо, очень компактное. Кейс. Тяжеленький. Да. Кнопочка. Сделан под кожу. Ну, да, такие. Итак. Видео прервалось, потому что наушники автоматически определились с моим телефоном и сразу же попытались приконнектиться к моему телефону. Очень все. Значит, разъем для зарядки. Материалы. Выше всяких похвал. Внешний вид тоже. Есть инструкция. Скорее всего, какая-то краткая со всеми всякими стандартами, поддерживаемыми, естественно. Инструкции по пользованию здесь нет. Книжечка какая-то. Чего тут у нас еще? Амбушюры разных диаметров, да? Да, под разные уши подбираться можно, подстраиваться. Ага, у нас Type-C, маленький Type-C, качество. Как и во всех маршалах, фишка с вот этим вот, ага, с усилением. О, усиление от перетирания, от перегибания, ломания, это то, что чаще всего страдает во время эксплуатации. Увесистые. Ну, очень-очень интересно. Сейчас будем подключать, слушать и ахать, и охать, а вы будете верить нам на слово. Автоматически предлагается скачать из Play Market приложение соответствующее, для того, чтобы мы могли сразу же пользоваться всеми преимуществами компании Marshall. Оп. Скачиваем. Скачивается, давайте посмотрим логотип соответствующий такой. Ну, очень все, конечно, качественно, очень все щелкает классно, уверенно, мощно. Коннектим, прошу. Угу. Угу. Email адрес зараз. На английском языке. Mm-hmm. Вот add new device. Ну, в общем, все стандартно, yeah. Все обычно. Со всем соглашаемся. Треба ще якось їх. А так це треба. Не enable, я вже зробив. Нет, треба. Що треба? Зараз, це треба, щоб був доступ до цього, чи ні? Та ні, не треба нічого. Так воно просе. Enable. Ні, це щось інше. Це, а, це воно... В общем, там все як обычно. Поиск добавить. Совсем соглашаемся. На все подписываемся, читаем супер-пупер функции и все остальное. Зарядка левого, зарядка правого. Ну, интересно, показывает отдельно
зарядку і того наушника. Щоб можна було користуватись одним, наприклад, і бачити, скільки в нього заряду. Так, дуже удобно. Эквалайзер, Touch Controls, ну тут все як потрібно. Так. Noise Control. Эквалайзер, Touch Control, Noise Control. Ну, то есть тут уже начинается, так сказать, игра всякого разного. Все, что я обычно ничего не меняю, пользуюсь по умолчанию. Поближе рассмотрим кейс. Очень все просто и лаконично. Мне нравится, что контакты наверху в доступности, они где-то там далеко утоплены, что в случае чего их можно там почистить, протереть, чтобы они там не засаливались, не замазывались. Всякие разные стандарты, чего-то там, чего поддерживает данное устройство. Кнопочка. Ну, очень приятно. Очень приятно на ощупь. С виду очень солидно. Размер совершенно небольшой, компактный. Type-C. Еще одна особенность. Плавно открывается кейс, и он назад не захлопывается, что очень удобно. То есть ты сам управляешь полностью этим процессом. Например, в Huawei раз здесь такого сделать невозможно. Маневра. Ничего назад. Только вот так. Только аккуратно, без всяких разных там трясок и всего остального. Вот тебе, пожалуйста, Marshall. Очень удобные. Один раз на сенсор нажимаешь, запускаешь музыку, второй раз нажимаешь, ставишь на паузу, два раза щелкаешь, следующая песня. Все, больше я не знаю, какие тут способы управления на сегодняшний день. Это нужно пользоваться, разузнавать. То есть очень удобные, очень приятные. В принципе, пока не замечено никаких недостатков совершенно. Все очень четко, качественно. По долгости работы от аккумулятора это тоже, опять же, будет со временем известная информация. Окончательные предварительные выводы. С активным шумоподавлением около 4-5 часов, без него еще больше, используя кейс около 20 часов, проверить это в реальности, к сожалению, пока не успели. Очень эргономичные, очень удобные, удобно сидят в ушах. Сын говорит, что пользуясь ими в режиме прозрачности, без шумоподавления, вообще забывает, что он находится в наушниках. Поэтому первые впечатления очень-преочень хорошие. Вторые впечатления тоже очень замечательные. Надеемся, будет все и так дальше. Поэтому я рекомендую эти наушники, если есть возможность потратить соответствующую сумму. Всем успехов, до свидания.